сегодня на этот концерт непременно являются любителями выступлений Вивальди-оркестра под управлением его бессменного руководителя и главного дирижера Светланы Безровой. Это замечательно. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть трилогии, посвященной Петру Ильичу Чайковскому и приуроченной к 175-летию со дня рождения выдающегося русского композитора. Премьера первой части под названием «Детство в опере. Судьба» состоялась здесь же, на сцене Большого зала, год назад. Но по сегодняшней заключительной главе повествования получила название «Грюзы. Предчувствие сны». И то, что вам предстоит сегодня видеть и слышать на этой сцене, это не просто цепь отдельных музыкальных номеров из разных сочинений Чайковского, перемежающихся воспоминаниями его самого, фрагментами его дневников, фрагментами воспоминаний его брата Модеста Ильича Чайковского. Это своеобразная единая нить повествования и от лица самого композитора, и как бы со стороны это линия душевных настроений, переживаний Чайковского. Вы, конечно, уже знаете, что те концерты, которые предлагают последние годы Вивальди-оркестр и Светлана Безродная, приобретают вид своеобразных представлений, и я думаю, что они уже по праву получили статус спектакля. И вот в том, что вы сегодня увидите и услышите, будет убедительно доказано, как потрясающие взлеты души композитора и художника, доходящие до вселенской космической радости, могут сменяться апатией, переживаниями, исканиями. И это действительно очень интересно, как художник, пребывая между высокой радостью и ощущением, быть может, неожиданного финала, продолжает творить и размышлять. Все это в равной степени относится ко всему тому, что вам предстоит услышать. И к сценам из балетов «Лебединая музыка», «Спящая красавица», «Щелкунчик» в транскрипции для камерного оркестра фон Деннингера, это 1919 год. Все это относится и к картинам из музыкального романа Евгения Онегина и к циклу «Времена года». Это уже в версии Светланы Безруковой. В этом действии вместе с Вивальди-оркестром под управлением народной артистки России Светланы Безруковой принимает участие праздничный хор Свято-Данилова монастыря «Регент» Георгий Сафонов. В исполнении хора будут звучать духовные сочинения Чайковского. Но и кроме того, в этом представлении занята и духовая группа симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России. Ну а в роли главного героя, как и год назад, известный актер театра и кино, заслуженный артист России, лауреат Государственной премии СССР Юрий Беляев. Грёзы, предчувствия, сны. Трудов и чистых нег.
Thank you.
Тем, которые пытаются убедить вас, что музыкальное творчество есть холодное, рассудочное занятие. Только та музыка может тронуть, потрясти и задеть, которая вылилась из глубины взволнованной вдохновением артистической души. Но ведь даже величайшие музыкальные гении работали иногда не согретым вдохновением. Это такой гость, который не всегда является на первый зов. Между тем, работать нужно всегда. И настоящий, честный артист не может сидеть сложа руки под предлогом, что он не расположен. Если ждать расположения и не пытаться идти навстречу к нему, то легко впасть в линию и апатию. Нужно терпеть и верить. И вдохновение неминуемо явится тому, кто сумел победить свое нерасположение. Со мной это случилось не далее, как сегодня. Я писал вам на днях, что хотя я работаю ежедневно, но без увлечения, стоило мне поддаться неохоте работать, и я бы, наверное, долго ничего не сделал. Но вера и терпение никогда не покидают меня. И сегодня, с утра, я был охвачен тем самым непонятным и неизвестно откуда берущимся огнем вдохновения. Thank you.
Теперь сижу дома и в чем-то раскаиваюсь. Смысл этого раскаяния такой. Жизнь проходит, идет к концу. А ни до чего не додумался. Даже разгоняю, если являются роковые вопросы. Ухожу от них. Так ли живу? Справедливо ли поступаю? Вот, например, сижу теперь здесь, и все восхищаются моей жертвой. А жертвы никакого. Я благодушествую. Чревоугодничаю за там льдотом, ничего не делаю. И трачу на излишки, когда те и другие нуждаются в необходимом. Не эгоист ли я, чистокровный? Даже относительно близких я не то, чтобы следовал. Thank you.
Занимался хорошо. После обеда в ближний лесок ходил и очень наслаждался. Особенно устроенной мною тенистой дорожкой. Вообще, слава Богу, я стал снова вполне доступен общению с природой. Способности близкие цветочки понимать и видеть что-то недосягаемое, дающее жажду жизни. И дома я стал особенно заниматься цветами, хотя бы вьющимся растением у галереи, за изумительным ростом которого слежу с величайшим интересом. Таинственно и торжественно. Дома играл Массе. Ах, как должен он стал! И что всего досаднее, так это то, что в этой тошноте что-то родственное с собой чувствую. Thank you.
А чудный текст Хомякова. Не без труда и усилия. После обеда забрался в пустую большую дачу, отворив с некоторым усилием среднюю дверь. Ходил по пустынным комнатам. Докончил романс и переписал. До самого ужина все работал. Ваше последнее письмо заставило меня серьезно призадуматься.
С чем я окончательно не могу согласиться в вашем письме, так это с тем, что у нас нехорошо, темно, болотно. Подобно тому, как какой-нибудь эскимос или самоед любит свой ледяной север, я люблю нашу русскую природу больше всякой другой, и русский зимний пейзаж имеет для меня ни с чем не сравнимую прелесть. Это, впрочем, нисколько не мешает мне любить Швейцарию и Италию. Но как-то иначе. Сегодня мне особенно трудно согласиться с вами насчет невзрачности русской природы. День чудный, солнечный. Снег блистает мириадами алмазов и слегка подтаивает. Из окна моего широкий вид на даль. Нет, хорошо, просторно. Всей грудью дышишь под этим необозримым горизонтом. Все тот же произвол и тот же беспорядок в большей или меньшей степени.
из этого я заключаю, что идеала правительственного нет. И что люди осуждены в этом отношении до конца веков испытывать разочарование. И изредка появляются великие люди, благодетели человечества, управляющие справедливо, пекущиеся об общем благосостоянии, а не о своем благе. Но это редкие исключения. Во всяком случае, я убедился, что благополучие больших единиц зависит не от принципов и теорий, а от случайно попадающих по рождению или вследствие других причин во главу правления личностей. Одним словом, человечество оказывает услугу человек же, а не олицетворяемый им принцип. Теперь спрашивается, есть ли у нас человек, на которого можно возлагать надежды? Я отвечаю, да. И человек этот, государь. Себе представить, дорогой друг мой, как я стремлюсь к России и с каким ощущением блаженства, думая о моем деревенском уединении, удивляюсь, как я мог прежде подолгу проживать за границей, находя в этом удалении от родины даже какое-то удовольствие. Но это не мешало мне любить ее какой-то страстной любовью. Отчего это? Отчего простой русский пейзаж? Отчего прогулка летом в России, в деревню поля, по лесу, вечером по степи, бывало, приводило меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от этого любви к природе, от тех неизъяснимо сладких и опьяняющих ощущений, которые навевали на меня лес, степь, речка, деревня в долине. Скромная церквушка, словно все, что составляет убогой русской родимый пейзаж. А чего это?